Чтобы новогодние праздники были не только яркими, но и безопасными. Инспекторы пожарного надзора предупреждают, к выбору пиротехники нужно относиться ответственно. Первое, на что стоит обратить внимание, покупая хлопушки, петарды или фейерверки, это сроки годности изделий. Просроченный фейерверк может быть опасен для жизни. Не лишним будет спросить у продавца документацию на товар. Если пиротехника сертифицирована, она не разочарует, особенно тех, кто соблюдает меры предосторожности. При использовании уже этих пиротехнических изделий соблюдайте меры осторожности, то есть соблюдайте расстояние, когда вы их используете, то есть и все меры пожарной безопасности. Потому что несоблюдение этих требований могут повлечь трагические последствия как и пожар, так и травматизм.